Всем привет-привет! Пришло время, значит, провести розыгрыш, который я обещала сделать в честь своего юбилея. Во-первых, я хочу поблагодарить вас всех за участие. Если честно, то даже не ожидала, что будет такой большой отклик. И я дала вам возможность, значит, оставлять заявки на двух площадках, на Телеграме и на Ютубе, чтобы возросли ваши шансы на успех. Отдельно буду разыгрывать участников, которые оставляли заявки на Ютуб, и отдельно для Телеграм-канала, чтобы, опять же таки, да, возросли шансы. Прежде чем я начну, я скажу, что этот ролик я выложу завтра после эфира. В эфире я озвучу победителей, и чтобы вы смогли увидеть наглядно, как проходил розыгрыш, я поделюсь, ну, то есть выложу этот ролик. В анонсе я писала, что заявки принимают до четверга. А если здесь вы посмотрите, да, у меня на часах 23:03, но у нас в Москве час разница, поэтому в Москве уже 24:03. Вот, и сегодня здесь, значит, написано 31, значит, уже первое число. Ну, просто я люблю точность, поэтому говорю про это. Ну что, давайте я пожелаю вам всем удачи. Вы видите, здесь, значит, сначала сюда пойдем, да, я сделала таблицу, вот то, что зеленым, мышку, наверное, вижу, да, вы видите, бегает, у меня просто телефон немножко трясется, я извиняюсь, если камера будет трястись. Значит, вот зеленый цвет, это YouTube, видно, да, а оранжевый, это, ну, либо бежевый, вот, это Telegram. Значит, сначала мы будем делать розыгрыш для YouTube-канала. Мы видим количество участников, да, последние вот здесь 58 номер, 58 участников. Поскольку первое у нас здесь заголовки, мы начинаем с цифры номер 2, слева вот здесь вот видно. Поэтому переходим к генератору чисел случайных. Я вписала вот здесь вот, видите, да, внизу единицы и 59. До 59 номера еще раз проверю, чтобы никого не обидеть. Да, 58 участников, 59 нам не нужен. Поэтому здесь мы вписываем, что первое число и 59 нам не нужно, да, и мы исключаем эти числа. Значит, нам нужно 5 чисел. Почему? Потому что вот здесь у нас, значит, подарки. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, нам нужно 5 победителей для YouTube и 5 победителей для Telegram-канала. Я сделаю поближе зум, когда будет, ну, пока видно, вот, а именно я сделаю зум. Значит, ну, приступаем, да. Удачи, еще раз прошу прощения, что камера трясется, но вот я просто ее никак не могу стабилизировать. И мы начинаем. Итак, приз номер 1, курс «Древо жизни». Копирую его, чтобы сразу потом вставить тросы. Победителю. Итак, 59 участников. Поднимаю. Здесь стоит цифра 36. Она не считается. И сейчас мы будем генерировать участника под номером, который нам покажут для курса. Еще раз уточню. «Древо жизни». Итак, смотрим на YouTube, кто выиграл. Генерируем. Почему нам не хочет генерировать число? Так. Ну-ка, может быть, надо обнулить? Сейчас смотрим. Все в записи, да? Так, заново ввожу 1,59. Исключаем число 1,59. И
пробуем генерировать. Ну-ка, сгенерируется сейчас. 24. Итак, число 24 на YouTube. Смотрим. Слева. Так, прокручу. Число 24. Кто выиграл курс «Древо жизни»? Отмечаем. А, так, что мы здесь видим? Сейчас я вот сюда вот прям сразу внесу. Так, кто выиграл? И сделаю поближе, и вы увидите. Так, сейчас я опять выделю цифру 24. Вот она, линия. Сейчас я поверну. Я уже просто боюсь лишний раз дергать. Вот здесь вот написано цифра 24. Сейчас подвинем. 24. Видно? Нас интересует зелененькая колонка, потому что здесь у нас YouTube. И курс «Древо жизни» у нас выигрывает Роза Степанова. Поздравляю Розу, Ирину, с приобретением курса «Древо жизни». Итак, так, сейчас я выделю желтеньким, да, чтобы видно было. Следующий приз у нас, так, это у нас обучение Таро. Ctrl-C. Не знаю, сможешь ли нам сгенерировать? Нет, да? Надо обновлять постоянно, значит, все учтем, будем знать. Займет немножечко времени. Ждем, я извиняюсь за задержку, но все делаю впервые. Вот, сейчас как обновиться. Сейчас как обновиться. Компьютер грузится. Так, мы снова, значит, должны будем ввести количество участников. И исключаем 1 и 59. И пробуем генерировать и смотрим, кто у нас. Так, номер 52. Номер 52 у нас получит обучение Таро. Еще раз проверю, 52, да. 100 раз перепроверяю, потому что могу ошибиться, и я не люблю давать лишние надежды. Так, Любовь Тищенко у нас выиграла. Ctrl-V вот сюда вот вносим. Таким вот цветом. Так, отмечаем. 52. Смотрим. Так, вот 52 видно. Так, 52. И вот здесь вот видно, да? Тищенко Любовь выиграла обучение Таро. Так, смотрим дальше. Пока у нас здесь будет генерировать, обновляться, скорее всего, страничка. Смотрим третий подарок. Уже я так волнуюсь. Это что-то непередаваемое. Значит, мастер-класс по метафорическим картам плюс дневник раскладов. Ctrl-C. Копируем. Смотрим. Да, сюда. Ага, здесь. А сейчас у нас еще не обновилось. Еще не обновилось. Так, вот теперь обновилось. Мы опять вводим количество участников. Я извиняюсь, если кого раздражает это все, но что поделать. Другой какой-то системы для себя я не нашла. Так, смотрим. Кто выигрывает мастер-класс по маг-картам и дневник раскладов? Номер 38. Ищем номер 38. Галина Гуменюк выиграла
Так, отмечаю сразу, чтобы видно было. Давайте вот таким бледно. Таким. Поздравляю Галину. Так, нам надо же это теперь увидеть, да, что номер 38. Угу. Вот. Видно. Сейчас я подниму наверх. Вот. Видно, да? Номер 38. Галина Гумилюк. Так. Смотрим дальше. Еще раз у нас идет обновление. Еще раз идет обновление. Туда-сюда дергаю. И сейчас загрузится страничка. Так, загрузилась. Следующий у нас подарок – это запись спонсорских раскладов. Так, смотрим. Запись спонсорских раскладов. Кто у нас получит? Так, номер 48. Номер 48. Зинаида Грызова, да, получает, я извиняюсь, если я вдруг неправильно говорю имя, фамилия, да? Так, Зинаида Грызова, сейчас так разверну, смотрим, зум. Вот, номер 48. А, здесь это стоит мышка. Номер 48. Зинаида Грызова. Запись спонсорских раскладов. Мы его выделим сейчас желтеньким цветом. Вот таким. Правда, это не желтенький, но ну ладно. Так вот будет желтенький. И последний подарок для участников Ютуба. Так, надо обновить опять здесь. Обновляется страничка. Ждем. Ждем. Так, обновилась. И... Так, у нас, значит, здесь было 48, а обновилось. А мы же исключили. Да, мы же исключили. А, я вот здесь вот забыла написать. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Номер 3. Номер 3, номер 3, номер 3. Кто у нас был? Смотрим. Так, номер 3. А... Это что у нас было? Блиц-расклад, да, на один вопрос, коротенький, где-то на 15 минут, у нас выигрывает номер 3, Светлана Дубина. Так, вот, смотрим, сейчас я сделаю зум. Вот, номер 3, видно. И вот, Светлана Дубина. Я поздравляю всех победителей. Те, кто выиграли подарки на YouTube. Прежде чем мы перейдем к розыгрышу участников для телеграм-канала, хочу сказать, что под этим роликом я оставлю свои контакты на телеграм и на почту. Сможете мне написать, и мы с вами договоримся.
Я вам расскажу, как вы сможете забрать свои подарки. Один момент, в принципе, можно было его озвучить и в конце, но все же, если вдруг кто-то из вас выиграл тот подарок, который уже приобретал у меня, то есть я знаю, что есть многие, кто покупали у меня обучение Таро, либо курс по древу жизни, вот, если вдруг вам выпадет тот же самый подарок, вы мне напишите об этом, и мы сможем с вами поменять подарок на какой-нибудь другой. Но обязательное условие для перемены подарка, изменения подарка, только тот случай, когда вы приобрели то, что вы выиграли. То есть, если вы, например, покупали спонсорские расклады, и они заново вам выпали, тогда вы сможете поменять подарок. На какой, это все обговорим лично. Напишите мне и скажете: Елене, я приобрела спонсорские расклады, и мне опять выпало, да, либо там дневник раскладов, и мне опять он выпал. Вот, я хотела бы поменять. Только в этом случае, во всех остальных случаях подарки не меняются. Так, думаю, мы закончили здесь с участниками YouTube-канала. Всех благодарю. А мы с вами сейчас переходим к подаркам участников Telegram-канала. Так. Телеграм-канал у нас здесь, значит, сколько у нас здесь было? Так, да, вот так поставлю. У нас здесь 29 человек, значит, 30. И мы ставим 30, вот, и исключаем число 1 и 30, и приступаем. Итак, подарок для участников Телеграма. Курс «Древо жизни». Сейчас антиграфим. Курс «Древо жизни» генерируем. И опять нам здесь то же самое, да, будет, что и в тот раз. Ладно, придется ждать. Смотрим. Ждем, скорее всего. Терпение. Все время у меня этот телефон, как бы я его не поставила, дрожит. Так, а теперь мы можем, да, сгенерировать. Здесь нам надо поставить 30. Итак, курс «Древо жизни». Кто у нас будет выигрывать? Число 5. Пятым номером, кто у нас выходит? Раз, два, три, четыре, пять. Так. Татьяна Соколова. Эпиколисе, сейчас я вставлю вот так и покажу. Видно, да? Татьяна Соколова, номер 5. Курс «Древо жизни». Так, поздравляю. Обучение Таро. Если надо обновить опять. Так, обновили. Поставим 30. Подвинем камеру. И будем генерировать обучение Таро. Что такое? Ему не понравилось. Что-то не понравилось. Ага, заново надо будет обновить. Ладно, обновим. Не хочет нам генерировать число 29. Обучение Таро, да, 29 номер для участников Телеграма. Кто у нас тут? 28 29, последний номер, да, 29 номер.
Так. Зинаида Грызова. Поздравляю, Зинаиду. Обучение Таро, видите, да? Номер 29. Так, идем дальше. Мастер-класс по метафорическим картам плюс дневник раскладов. Если я нажму, так будет генерировать? Не будет генерировать, не хочет. Ладно. Обновим. Испытываю ваше терпение. Но у вас всегда есть возможность поставить на ускоренную программу. Так, здесь мне важно поставить число 30, чтобы опять не выпало большое число. 17. Так, у нас, значит, мастер-класс. А 17. Анастасия Потапенко. Поздравляю, Анастасия. Так, окей. Сейчас вот так, чтобы вам видно было. Делаем зум. Смотрим, да? Номер 17. Увидели. Так, следующий лот. Это у нас, значит, запись спонсорских раскладов. Пока обновляется. Что-то не так здесь в этой системе, либо я что-то не так сделаю, либо я не могу понять, что происходит. Скорее всего, я что-то делаю не так, но уж простите. Как умею, не судите строго. Приходится постоянно обновлять. Ну, у нас не так много подарков, поэтому так. Число 5, да, маленькие числа нам генерируют запись спонсорских раскладов, а у нас получает, а у нас уже было, да, уже было число 5, у нас Татьяна получила курс Древа Жизни, Татьяна Соколова везучая, но второй подарок не отдам Татьяне, да, попробуем сгенерировать еще один, 26. Номер 26. Так. Номер 26. Светлана Аносова. Пиколиси. Так, смотрим. Пододвину. Номер 26. Сейчас я его выделю. Видно, да? Номер выделила. Вот здесь вот видно Светлана Аносова. И последний лот у нас это блиц расклад на один вопрос. То, что я делаю блиц расклады, да, в принципе. Смотрим. Не будет у нас это генерировать, надо будет обновить заново. Ладно, последний раз обновляем. И смотрим, что выйдет. Так. Ну, показывай нам. Удачливое число. Пятерка у нас была, значит, дважды выпадала. Так. Ставим 30. И пробуем сгенерировать последний лот на блиц-консультацию. Опять число 5. Невероятно, Татьяна.
Хорошо. Ну-ка попробую еще раз. 14. Число 14. Так, маленькие числа, да, здесь выбрала. Ага, значит, сейчас я подвину. У нас блиц-консультацию эпикурсию выигрывает Лариса Тарасевич. Так. Видим, да? Номер 14 выделила. Лариса Тарасевич выигрывает блиц, консультацию, да, блиц расклад на один вопрос. Ну вот, в принципе, и все, мои дорогие. 25 минут было, конечно же, с моей корявостью. Ну, как вышло. Я, значит, под этим роликом оставлю свои контакты. Победителей я не буду писать, не знаю, ну, может быть, люди не хотят публично, да, чтобы их имена были видны, ну, кто знает, я не знаю. Вот, в ролике все озвучено, в прямом эфире я скажу, кто выиграл с какой площадки, то есть, кто выиграл на YouTube, кто выиграл с Telegram-канала. Все это озвучу в прямом эфире. Ну, если вы смотрите этот ролик, значит, вы уже услышали в прямом эфире, потому что ролик выложу после прямого эфира. По окончанию вы сможете посмотреть, как это все происходило. Но сегодня у нас 3 раза фигурировало число 5, да? То есть иерофант, указывающий на то, что все правильно, все верно. А я хочу поблагодарить вас за участие, за ваш отклик. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Напомню, что завтра в пятницу, тогда, когда вы будете смотреть, да, значит, в пятницу будет блиц-консультация на тему потока. Можете прислать свои заявки. В разделе сообщества будет анонс. А я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Поздравляю всех победителей, кто выиграл. Вот, всем удачи, всем пока-пока. Так, я тут завершить-то завершила, а потом я посмотрела, кто выиграл, и имена. И у меня здесь получился очень такой интересный момент. Если мы посмотрим вот здесь, да, сейчас попробую сделать чуть посветлее камеру, чтобы вам видно было. Вы увидите, что получилось так, что Зинаида Грызова, да, либо Грызова, Зинаида, прошу прощения, выиграла здесь, получается, 2 подарка. Один подарок от Телеграма, а это обучение Таро, по Уэйту. И второй подарок, она выиграла запись спонсорских раскладов. Вот, я решила... Зинаида, вы потом выберете либо один подарок, либо другой, либо запись спонсорских раскладов, либо обучение, потому что площадки-то две, и чисто теоретически, да, вы могли бы взять и тот, и другой подарок, но мне все же хочется, чтобы быть вот справедливо, чтобы кто-то еще другой выиграл. Поэтому вы выберете один из этих 2 подарков, скажете мне, что хотите. А я разыграю для телеграм-канала. Почему для телеграм-канала? Потому что первично был YouTube и вторично телеграм-канал. Для телеграм-канала у нас, поскольку здесь был ваш подарок, я его не забираю. Вы сами будете выбирать, что вы хотите. А я для телеграм-канала сделаю еще один розыгрыш на, что вы там выиграли, обучение Таро. На обучение Таро для участников Телеграма. Почему для участников Телеграма? Потому что вторично был розыгрыш, да, то есть первично Зинаида выиграла на Ютубе, а потом на Телеграме. Вот, ну, думаю, справедливо, думаю, я никого здесь не обидела, да, то есть никакой подарок я не забираю, просто вы выберете один из 2, а мы разыграем, ну, наверное, давайте я еще и разыграю для YouTube, да, тоже тот подарок, который вы выиграли, ну, то есть вдруг вы от него откажетесь, я не знаю. Итак, для Телеграма разыгрываю, как он называется, обучение Таро,
Дополнительно, значит, я запишу. Ох, зараза, опять, да? Так. 30, да, у нас должно было быть здесь. Сейчас сменится, обновится страничка. Вот как-то, видите, в моменте я не обратила внимания. Ну, ничего страшного, да, дополнительное. Дополнительный ролик, я его потом соединю. Так, число 30 здесь. Значит, мы сгенерируем. 12 номер выиграет обучение. 12 номер. Светлана Плеханова. Вот так. Она, значит, Светлана. Вот сейчас номер 12. Видно? Видно, да? Выигрывает обучение Таро. Почему именно обучение? Потому что это вот подарок Зинаиды. Вот. Я у нее, еще раз скажу, я не отбираю. Зинаида сама будет выбирать, но выберет один из двух подарков выигранных. Вот. И мы, значит, разыграем еще ее подарок здесь, значит, ну, вдруг она не захочет, да? Запись спонсорских раскладов. У нас сколько здесь было участников, да, 59, наверное, надо обновить сначала, потом сгенерируем мы с вами, вот, и кто-то выиграет еще и на, из YouTube запись спонсорских раскладов. Так, ждем. Вот, дополнительно, видите, как удача, да, у нас у Татьяны 5 номера было, и вот у Зинаиды. Молодцы, девочки, удачливые, видимо, этот год будет вашим. Я в руках держу телефон, да, чтобы он не трясся. Так, номер 59, и мы будем генерировать. Четвертый номер. Татьяна Карпова. Танюша, поздравляю. Так, приколеси. Четвертый номер. Сейчас я выделю, чтобы это видно было. Зелененький, да? Вот здесь вот зелененькая колонка на YouTube. Мы смотрим номер 4. Да? Номер 4. Сюда приходим. Вот. Татьяна Карпова. Запись спонсорских раскладов. Вот, Танюша выиграла. Вот такой у нас, значит, непредсказуемый сегодня розыгрыш. Вышли дополнительные участники. Ну, теперь, думаю, все. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока.